Добрый день, гости моего канала. Сегодня я хочу вам показать, вернее, посоветоваться даже, можно ли есть такие грибы. Вот мы солили грибы. Так, это был сентябрь. Август. Так, сентябрь, октябрь. Я думаю, что они уже... Видите, вот там вот плесень немного появилась. Это белые волнушки или розовые, или грусти. Как-то так. Я думаю, что вот эту с плесенью, что нужно однозначно выкинуть. Вообще-то я все делала как бы по рецептам, по правильному. Очень много соли. И приправы, хреновый лист, смородина, лист, укроп, зонтики. Я повторяю, соли-то вообще много я клала. Вот видите, это я, естественно, все выкину. И даже не знаю, стоит ли есть это вот. Это, наверное, тоже черная выкину. Так жалко. Собирали, собирали. Так, это я все выкину. Сейчас посмотрим, тогда что останется. Вот интересно, почему они почернели. Видать, их затронул воздух, наверное. Но я думаю, все. Этим мы еще полакомимся. Так. И сейчас посмотрим, что осталось. Не знаю даже, можно это есть или нет. Так, не знаю, не знаю. Вот смотрите, какие они. На вид-то вроде бы неплохие, а пробовать страшно. Так, думается мне, что вон какие красивые, да? Вот даже не знаю. Очень рада буду, если вы ответите сознанием дела, кто... Соли-то собирают грибы. На соль они очень соленые. Сильно соленые. Ставьте лайки. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал.